на первый взгляд кажется просто, вроде тянешь палку. Когда садишься на эту доску, берешь эту палку, все там, вот эти все твои мнения, просто, не просто, они сразу куда-то убиваются. Надо просто ее не отдать, еще и выиграть соперника. Все. Он этого не переживет, да, сказал? Снял, да, это? Ты не удаляй, главное. Если он даже попросит, не удаляй никогда.